Шестилетняя дочь Киркорова дебютировала на подиуме. Девочка закрыла показ и продемонстрировала детское подвенечное платье. В показе приняли участие и другие звездные дети. Дочь российского певца Филиппа Киркорова, шестилетняя Алла Виктория, стала невестой. Девочка дебютировала на подиуме в качестве модели на показе дизайнера Галины Юдашкиной «Ядышкин Kids». Снимки появились на официальной странице бренда и в инстаграм-аккаунте Киркорова. Алла Виктория представила свадебное платье с вышивкой и оборками. Девочка продефилировала с маленьким букетом в руках. Филипп Киркоров поздравил дочь с творческим событием в ее жизни. Пользователи сети также пожелали девочке успехов, но некоторые отметили, что ребенка рано втягивать в мир шоу-бизнеса. Накануне внучка Софии Ротару дебютировала в роли певицы Софии и презентовала первую англоязычную песню под названием Unbreakable. Ранее клип «Извинения» Киркорова и Баскова стал хитом. Певцы создали пародию, в которые якобы извиняются за предыдущий скандальный клип. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.net. По материалам сайта newsgro.com.